Седьмой класс, 38 серия. Решение задач. Задача первая. Найдите три последовательных натуральных числа, если квадрат меньшего из них меньше произведения двух других на 38. Давайте за x обозначим меньшее число, то, которое идет следом x плюс 1, затем x плюс 2 квадрат меньшего на 38 меньше. Значит, если к тому, что меньше, прибавить 38, получится произведение двух других чисел. Так, надо справа от знака равенства раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, затем вычесть и слева и справа х квадрат. Получится линейное уравнение. Решая это уравнение, находим x. Х равен 12. Меньшее число 12, а три последовательных числа это 12, 13 и 14. Задача вторая: Первая книга на 20 дороже второй. На сколько процентов вторая книга? дешевле первой. За x обозначим стоимость второй книги. Первая на 20% дороже. Значит, первая книга – это 1,2 умножить на x вот на 20% дороже, процент, сотая часть. Вторая стоит x. Надо сравнить вот стоимость второй относительно Первый. Значит, если стоимость первой мы принимаем за 100%, то, составив пропорцию, мы находим, сколько же процентов приходится на х. Значит, х это 253 процента. Ну а теперь надо из 100% вычесть 253 процента. 100 процентов – это 300 третьих, минус 253, третьих – получается 53%. третьих процента. Задача третья. Решите систему уравнений. Известно, что x, y, z – натуральные числа. Эту систему можно решить перебором. Потому что здесь по условию говорится, что x, y, z, натуральные числа, можно подбирать разные значения x, y, z и назвать, чему равен x, чему y, чему z. Можно вычесть из первого уравнения второе. Тогда взаимно уничтожаются z минус z. Получится 2х минус 2у – это минус 4. Разделить, если обе части равенства на 2, получается х минус у равняется минус 2. Можно выразить y через x, затем подставить в исходную систему. Получится система из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Ответ x равен 2, y 4, z 1. Задача четвертая. Каждые 6 минут пешехода обгоняет трамвай, а через каждые 3 минуты он встречает трамвай. Найдите интервалы между двумя трамваями обозначим за S расстояние между двумя трамваями. За X обозначим скорость трамвая. Надо найти отношение S к X. За Y давайте обозначим скорость пешехода когда движение в догонку. Вот каждые 6 минут пешехода догоняет трамвай. Значит, S надо разделить на разность скоростей. У трамвая скорость больше, чем у пешехода. x минус y. А когда движение навстречу, S надо разделить на сумму скоростей. Каждые три минуты он встречает трамвай, когда движение навстречу. Так, давайте рассмотрим вот эти равенства. Из этих равенств можно перейти вот к этим равенствам. А затем, если сложить, то получится. Вот взаимно уничтожаются минус у и плюс у при сложении вот этих двух. Равенств. И получается, что 2х это 3s делить на 6. Х равен 3s делить на 12 или s делить на 4. А надо найти с разделить на х. Значит, и ответ получается 4 минуты. 12 третьих, 4 минуты. Задача пятая. Найдите площадь полной поверхности правильной четырехугольной пирамиды, если периметр основания 20 см, а высота боковой грани 4 см. У правильной пирамиды четырехугольной в основании правильный четырехугольник квадрат. Известно, что периметр основания 20. Значит, сторона квадрата 5, 20 надо разделить на 4, а площадь квадрата 25 квадратных сантиметров. Это площадь основания. Боковые грани у правильной пирамиды ⁇ это равнобедренные треугольники чтобы найти площадь надо площадь основания треугольника, умножить на высоту вот боковой грани она известна 4 сантиметра и разделить пополам. Так получается 5 надо умножить на 4 и разделить на 2 10 квадратных сантиметров площадь одной боковой грани. У правильной четырехугольной пирамиды 4 четыре боковые грани, причем это равные треугольники равнобедренные. Значит, площадь полной поверхности, площадь основания плюс 4 боковые грани. Ответ 65 квадратных сантиметров.